Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моей мастерской висит на стене старая волшебная карта. Проходя через нее, я, старый боцман, и Витя со Светой, ученики Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом», оказываемся на берегу любого океана, в любом времени, в любой эпохе. На этот раз мы ищем экспедицию лейтенанта Седова, которая отправилась в 1912 году к Северному полюсу и помогает нам в поисках член клуба знаменитых капитанов, полярный летчик Саня Григорьев из книги Вениамина Каверина «Два капитана». Полезайте в самолет и укутайтесь потеплее. Вверху холодно. Хорошо, спасибо. Взлетаем. Сверху, может, что и увидим. А куда мы летим? Да, куда летим, дяденька боцман? Седов пошел к Северному полюсу. Значит, мы летим на север. Как сильно болтает. Ничего не поделаешь. Если подняться выше, мы не сможем разглядеть на льду Седова и его спутников. Всего 3 часа дня, но почему же так темно? Ты помнишь, где мы находимся? Конечно, в Арктике. Сейчас февраль, в Арктике полярная ночь. Ой, точно, нам же на географии рассказывали. Полярная ночь, солнца не видно, весь день сумерки. Посмотрите вниз, там что-то есть. Где? Немного левее, впереди. Вижу, на снегу что-то темнеет. Может быть, палатка или человек? Очень плохо видно. Нужно ближе смотреть. Верно. Надо снижаться. Держитесь крепче. Идем на посадку. Холм сложен из кусков льда и камней. Это и есть место последней стоянки экспедиции Георгия Седова. Здесь надпись. Так-то, Салажата, здесь участники экспедиции Георгия Яковлевича Седова простились с ним навсегда. Вот так же и я отыскал капитана Татаринова. Он тоже был болен, когда оставил шхуну и тоже не выдержал тягот пути. Ой, а кто это? Собачка. Песик еле жив. На ошейнике надпись. Фрам. Это любимый пес Седова, верный Фрам, не покинул хозяина. Бедняга совсем ослаб. Пожалуй, возьмем его с собой, Салажата. Тише, собачка, тише. Все будет хорошо. Значит, мы нашли последний лагерь Георгия Яковлевича Седова. Да, это был настоящий герой. Первый русский исследователь, который попробовал добраться до Северного полюса. Жаль, что ничего у него не вышло. Почему же ничего не вышло? Во время зимовки на Новой Земле Георгий Седов составил подробное описание островов этого архипелага. А в мае 1937 года на Северный полюс высадилась экспедиция советского исследователя Ивана Дмитриевича Папанина. Он и трое его товарищей, радист Эрнст Теодорович Кренкель, астроном и магнитолог Евгений Константинович Федоров и гидробиолог и океанолог Петр Петрович Шершов открыли на северной макушке нашей планеты станцию «Северный полюс-1».
За 9 месяцев они преодолели на льдине более 2000 километров. Да, а когда льдина раскололась, наши летчики сняли их и вывезли на материк. А что же стало с 2 спутниками Седова? Похоронив Георгия Седова, они повернули назад и к началу марта, едва не заблудившись во льдах, сумели добраться до своего судна. Когда вернемся домой, надо будет почитать об этой экспедиции побольше. Верно, ребята. И не забывайте о лейтенанте Седове и его спутниках. Да, позже по его пути пошли многие, но они-то были первыми. Нам пора. Спасибо вам, Александр. Спасибо вам, мистер Томас. Идите сюда. Вить, держи Фрама покрепче. Держу. Домой, Салажата. Доброго пути вам. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.